Всем привет на моем 71-м уже, да, стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру Тоху 8. Ну, как продолжаем проходить? Мы ее второй старт делаем. Вот. Посмотрим, как это получится. Удачно, неудачно. Чатик съехал. Так, сейчас, секундочку. Так, сейчас я сделаю перезапуск стрима, секунду. Так, сегодня у нас 27 апреля. Сегодня воскресенье, значит, можно стримить очень долго и нудно, пока не пройду Тоху 8. Привет, Тор. Привет, Элис. Поздравляю всех, или не поздравляю, с обновлением сайта sk2tv.ru. В принципе, обновление, я считаю, такое довольно-таки нормальное. Единственное, только основная проблема в том, что теперь плеер Cybergame TV абсолютно не работает в браузере Internet Explorer 11. Только как и раньше, если выставить режим документа, но 10-й. Но вот у меня на планшете это нельзя сделать, поэтому я, то есть, полностью не могу смотреть стримы с Кибергейма. И в связи с этим я настроил рестрим на Twitch, но, правда, он, по-моему, не работает сейчас. Вот. Ну, в общем, я, наверное, буду обратно перебираться на Good Game, потому что Кибергейм знает об этой проблеме, знает, что проблема на их стороне, но, видимо, они ничего либо не могут с этим сделать, либо не хотят. Ну, однако... Пойдем поиграем. Я уже забыл, что тут к чему, так что сейчас будем смотреть вместе, заново вспоминать. Заново, в смысле, изучать. Так, значит, я понял, тут, когда микрокнопку нажимаем, то у нас другой персонаж выходит на сцену. И, значит, у Реймы автонаводящееся оружие, ну, как бы само по себе, а у второй, кстати, не понял, как зовут, у нее там, как бы, призрак, который сам наводит оружие, летает там. А, и само оружие вроде как сильнее у вот шифтового персонажа, а бомба сильнее у Рейма. Помню, соответственно, никакие атаки тут у нее. Ну, вроде первого я без проблем проходил, без смертей. Правда, я еще не проснулся толком, вот эта проблема. Время-то у нас 11:45, но вообще не так уж и мало, но все равно. В воскресенье-то поспать можно подольше. А, вот это вот фаза, где такое немножко сбивает с толку. Они как бы крест-накрест идут. А я еще по боссу не попадаю. Надо перемещаться. Все. А, не все. Стоп. А я думал, все. В
разбежался. Ух, чуть мне не попало оно. Ну теперь все. Кстати, с СК2 ТВ еще убрали галочку без комментариев. Есть только галочка 18+. Ее правила остались прежними, то есть непонятно, без комментариев стрима можно теперь давать или нет. Я думал, как бы то, что не запрещено, то разрешено. Хотя там как бы разрешено без комментариев давать только с галочкой без комментариев, а галочки такой нет. От таких простых атак, конечно, удобнее больше Рейму уходить, потому что она быстрая. И плюс собирать всякие бонусы. Можно быстро. Хоп. Хоп. И почти напоролся на мини-босса. Так, у меня 3 бомбы есть, если что. Бомбы тратить можно, жизни нельзя. Я хорошо помню, что я дошел до третьего босса, не потеряв ни одной жизни. В одной из попыток. Когда у меня вылетела игра. Так, сколько у нее там еще стадий? Сейчас 3 состояния изменится, 3 атаки потом. Или что, я забыл цвет полосок, что означает? Ну типа состояние, да. А, тут и темная сейчас фаза начнется. Точняк. Я и забыл про нее. Все, последняя фаза. Тут уже бомбу надо будет использовать, наверное. Потому что я не вижу босса, как минимум. Ладно, все, бомбим. А, зачем? Блин. Ну печалька. Да. Печальная история. Вот жизнь потерял раньше времени. Было 2 бомбы еще. Ну такими темпами вряд ли пройду. Все равно попытаюсь. Я что-то уже не помню, что там на последнем боссе или на пятом.
но помню, что было вроде бы что-то такое очень неприятное, что туда нужно прямо кучу жизни сохранить. Микрица. А, что я сделал? О-о-о. Блин, ну это удаляю. Не, ну это плохая попытка. Это же, по-моему, даже не босс, да? Или это уже босс? Да лол. Да это издевательство. Да, надо проснуться, нормально уже играть. Вроде не особо сложная атака. Вот у нее, я помню, сейчас будет сложная атака, где там нужно вообще очень сильно микрить, когда будут такие волны вылетать. Или это не на этом боссе? Да что такое-то? Ну... Да. Не, я что-то недоволен своей игрой. Лучше же проходил. Зря бомбу использовал, ну ладно, в принципе, зря не бывает. Что-то тяжеловато размикрить такое, но у меня бомб не было, тут это ничего не поделаешь. Что там с таймером? Заканчивается? А, вот она, это самая дурацкая фаза, я понял. Ну ладно, две бомбы хватило на нее. И в итоге у нас осталась одна жизнь к третьему уровню. А, тут же еще время идет. О, я забыл. Уже 1:30. Все, я вспомнил, тут же время идет.
зажали. Да, ничего себе у них тут атаки. Как от этого должен был уйти? Пять бомб, надо все выюзать. О, Мариса. У нее какие-то жесткие атаки там. Да, с звездочками этими. Которые даже от бомбы не исчезают. Во, точно, я вспомнил. Печально. Но я в нее не попадаю, по-моему. Я просто не могу смотреть, где он там находится. Но, видимо, на этом, да, и закончится все. Ну, в смысле, континью. Континюшечка. А как там это размикрится? Неужели там можно подскочить? Я бы не рискнул. Ой, да ладно, ну это жесть. Вот не понимаю, как это проходить. Хоть бы бомбы дали. Да, там бить бомбы-то. А вон и бомба, но я ее не возьму, к сожалению. Да, вот тут проблема. Бомб-то нету. А, не вышло. Прибор. Слишком микро. Одна бомба осталась и больше ничего. У нее последняя стадия, но я боюсь, я ее не смогу пройти без потерь. Да, вряд ли. Ну и что-то вряд ли. Да, не получилось. Ну, в общем, уже 2:30.
3.30 уже, то есть осталось только полтора, а у меня еще впереди два уровня. А, нет, стоп, это уже пятый уровень. Да, то есть мне на этом уровне надо взять... можно взять один континиум, в принципе, походу. Да куда? Ну я не имел в виду, что надо терять все жизни. Ну, потому что за прохождением уровнем ее часто отправят. А успеть надо к 5. Атаки. А, да, такие тоже сложно мигающиеся. Ну что, у меня бомб не было, что ли? Я вроде нажимал. О, жизнь, это хорошо. Две бомбы пришлось выездить. Все, последняя бомба. Пропустил, там бомба летела, ну ладно. Все, я вспомнил, сейчас эти будут невидимые пульки, вот это вот вся жесть. О, да, это да, печально. Да, 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 начинается. Я тебя понял. Еле вымикнул, но это еще было только начало. Но это было не сложно. Вот это вот уже сложно, я помню. Лол. А, непонятно, что делать надо вообще. Приехали.
4 часа. Действует на нервы, вот это вот исчезание, появление. Да лол, это какая-то офигевшая фаза. Че, я успел к 5? Или нет? Или типа надо до 5? Да ладно, типа не успел, надо до 5, что ли? Бэдэндинг 9. Да, печально. Ну, начало плохое было. Я две жизни слил на... Ну, за три уровня слил, по-моему, две жизни где-то, да? Даже до третьего босса, так скажем. Это уже недопустимо. Что поставить? Не, надо с тремя жизнями. Вот. Могу поставить миди музыку. Просто на втором уровне не сливать жизни и все. На первом-то я вроде и так без бомбы, без потерь прохожу. Так пошло. Ну ладно, бомбу в принципе использовал. Это еще не так страшно, как жизнь. Причем бомбу даже не на боссе использовал, что-то странно.
новостями закончилось. Перебос готов. Ну, думаю, ничего такого страшного, что я бомбу одну использовал. Но время у нас уже ноль. Сколько всего залетит? Надо бы понасобирать, пока могу. Особенно бомбу, которую я использовал там. П большую надо собрать. Все, максимальная сила оружия. Так, у меня вроде бы не сложная атака, насколько помню. Главное не затупить тут. За раз тут жизнь, да, потерял тут. По тупости просто. Грубо говоря, перепутал кнопку лево и право. Так, ну легкие это фазы надо просто проходить сразу. Буду метрить, ладно. Лучше без это, без потерь жизни. Час.
из атаки. А, вот это. Главное в угол стараться не зажиматься. Бомб нету. Чё? Так, ну это же еще не босс. Это так, мини-босс пока что. Плохо, первая потеря. Ну вот и, кстати, жизнь восстановил. Но было бы, да, было бы 4. Ну ладно. Это было, ну ладно. Пока все еще выглядит терпимо. Вот у нее последняя фаза с этими лазерами, да? Вот это печально. Это лучше убрать. Одна бомба еще есть. Все, последняя бомба. Надо постараться да, этими тремя бомбами уложиться до конца босса. Так, вот ее последняя стадия. Мне, в принципе, сюда две бомбы хватило. Да, хватило. Фух. Ну, в принципе, нормально сейчас. Все равно по часу прибавляют. Как же тогда мне по полчаса прибавляли в некоторых ситуациях? На первом уровне, по крайней мере. Ну, вроде я тайм собирал, но почему сейчас-то не могу собрать? Ладно, 2 часа. Ну, бомб не было, к сожалению.
Да, что-то перебор опять. Марис, это тяжелый случай. По-моему, Марис даже сложнее, чем босс на пятом уровне. Замикливать надо будет. Бомба. Бомба, отлично. Ладно, порадовался, что бомбы две собрал и стрелы впустую. Печально, придется брать континью. Уж понятно, что я без потери не пройду. Да что такое? Солью сейчас все бомбы, чтобы сдохну. Не, ну это печально, как так-то? Я потратил на ней кошмар сколько жизни. Сколько, 5? Надо научиться как-то ее проходить. Тьфу, ну и чё, и в чём смысл?
Да, я же... Не, ну это можно просто удалять, потому что если я сейчас потеряю одну жизнь, у меня будет уже 4 часа. Пройду уровень, у меня опять будет 5 часов. А 5 часов мы уже знаем, что это плохая концовка. Значит, сейчас проигрываю и беру 5 жизней. Ну, потому что уже только... Одно и то же мусорить, надо, видимо, намного дольше тренироваться, чтобы пройти нормально. Уж что-то Мариса мне вот вообще не дается, слишком сложно. Интересно, если играть за Марису, там Рейму будет или кто? Да, я не думаю, что она будет проще. Скорее даже тяжелее. Все равно доиграю, чтобы сноровка не спадала. Причем я даже не уверен, что я пройду сейчас этого босса, не взяв континиум. Вообще не уверен. У меня бомб-то нету, как там можно было выметить? Это же нереально просто. У нее, конечно, вот последние две стадии очень жесткие. Бомба. А, ну вот начинается то, что я не могу пройти. Не понимаю, блин, как. А, еще не использовал бомбу. В принципе, понятно как, но, блин. Ну,
Надо больше тренироваться, чтобы это пройти. Да что ты делаешь? Заканчивай с ней уже. Последняя бомба, печально. Ой, я еще и не использовал. Ну, блин, понятно, ладно, уже давно было понятно. Но просто как-то обидно, хотелось бы хотя бы за 5 успеть. Да на, лови бомбу, жри. Стали 5 жизней. Ну все, теперь-то я пройду. Наверное. Хотя и тоже под вопросом, потому что ну сколько я на Марисе потратил. О, это печально. Реально, на Марисе больше всего трачу. Пойду без бомб. Да, ну самонаводящиеся, конечно, у Рейма вообще еле-еле там летят. А, ну я... Что это, лол? О, две бомбы использовал. Рестарт может сделать? Не знаю. Задумался. Просто задумался что-то. Начал свой наводящийся проверять. Ну ладно, опять же, бомба это пока еще не жизнь, хотя потенциально все-таки это жизнь. Когда мне их не хватит. Вот опять 12. Наверное, потому что тайм 2500 надо было набрать, но как? Может, наоборот, надо было больше бомбить, потому что когда я бомблю, там же что-то собирается. Thank you.
Одну бомбу отвоевали. Лол. Да, немножко загнал себя в угол, хотел пособирать ништяков. Как бы сейчас, по сути, цель пройти хотя бы Марису без континиумов. Без продолжения, то бишь. Не знаю, сколько получится, но надо попытаться. Вообще, как бы говоря, да, все предыдущие топы я прошел на плохую концовку, и причем очень немногие из них я прошел с тремя жизнями, а эту я прошел все-таки практически, да, на плохую концовку с тремя жизнями, ну не практически, а ну так и есть, я прошел, то есть как бы просто не знаю, почему-то меня сагитировали пройти на хорошую вот эту, ну. А так-то я даже за первый стрим прошел плохую концовку. И за этот стрим вот уже несколько раз прошел. Да, бомб нету, ну ладно, придется тратить жизнь скоро, когда меня зажмут опять где-нибудь очередной раз. Микро тайм. Так, бомб нету, да, надо помнить. Только на микро полагаюсь.
Фу. Опа, жизнь. 7 жизней. Нормально. А бомбу так и не дали. Ни одной. А, кстати, дали только что. Странно. Я вроде не брал. Главное не профукать ее. Она сейчас вот понадобится куда-то здесь где-то. Опа. Ну вот и все, бомбы опять нету. Ну, все, что мог, я сделал. Без смерти до третьего босса это нормально. Последняя стадия, но, к сожалению, тут без потерь очень мало, вероятно. А бомб-то нету, я обычно две бомбы использую. Да. Я просто не знаю, как это пройти. Значит, две жизни я потерял. Всего. Ну, по сути, обе на боссе. Смотреть. А, без бомбы никак. Вижу бомбу. Есть. А, вот и Мариса.
да, это тяжело. Все еще никак не понимаю, как это миксит. Никак. И это тоже. Первую стадию форму тут мы завершили. Первый этап. А, что я сделал? Ой, лол. Вообще это бред полный. Это тоже был первый фейл. Здорово, Мариса. Привет, Доки Бестье. А, у меня бомб-то нету. Печальненько. Ух ты, разобрал. Не, ну это было уже нереально. Теперь она начинает бомбить. Но, в принципе, у меня задача пройти без продолжения Марису. Она выполняется. Но на самом деле, конечно, задача пройти без продолжения игру, вроде бы как. Да, 3 часа уже. Марису-то прошел без продолжения, но у меня всего 2 жизни. Тут я как бы не разберу босса без континьюов, скорее всего. Ну еще уровень надо сам пройти вначале. Я по-любому на уровне еще бомбы выезжаю. Ой, лол, вот это было печально. Да, говорю, на уровне бомбы еще выезжу, да я тут жизни выезжу. Тор, я вообще-то прошел эту игру еще на первом стриме по ней. Ну просто на плохую концовку, но это не первая тоха, которую я прохожу на плохую концовку. Это просто вы почему-то в чатике меня тогда сагитировали пройти на хорошую, ну как бы...
плохую-то я прошел. Что, на плохую я прошел даже с тремя жизнями, так что в принципе уже можно удалять. Не знал, что там пройти. Блин. Привет, Снап. Торт, в смысле, ну тут же есть хорошая концовка. Или хочешь сказать, хорошая концовка только на Лунатике, да я не верю. Я не пройду без продолжения, конечно, этого босса, но даже если я 5 бомб грамотно использую, все равно. Ну, то есть, и грамотно использую, это значит, что просто не допущу потери жизни. Для меня это единственное грамотное решение. То есть, как бы не солью бомбу впустую. Но мне их не хватит на 100%, потому что там последние две фазы, это я просто их не могу проходить, а если я на этих уже трачу бомбы. Ну, доктор, а я этого и добиваюсь, ты о чем? По-моему, Тор вообще как-то не в курсе, просто. Чтобы пройти эту игру, вообще, ну, чтобы успеть, я так понял, ну, смотри, я прошел за 5 часов, все равно плохая концовка, 9-я. Значит, надо пройти, скорее всего, за 4.30, либо за 3, за 4. Вот, если за 4.30... то, в принципе, я сейчас пройду на 4.30. Если на 4, то по-любому надо без... по-любому надо без продолжений. Вот. А если без продолжений, ну, это, очевидно, будет хорошая концовка. Ну, правда, еще 6-й уровень, да, я так понимаю, на котором тоже можно еще потерять, там. Ой, бомбу впустую использовал. Печально. И жизнь еще испортил. Ну я-то так или иначе сейчас пройду на 4.30. Блин, да... Что же это? Ну, потому, ну, даже если сейчас солью в середине, я все равно пройду. Ну, что там осталось у меня?
самая вообще не понимаю фазу эту. Нереальная какая-то. Ну вот 4.30, самый мой лучший результат. Но это я режим 5 жизней, опа. Да, 4.30 хватает, значит. Финал. Ну, до 5, но в 5 нельзя. В 5 я приходил, и печалька. 5 ровно. Значит, 4.30 максимум, что разрешено. Да лол. Что-то какая-то жесть тут уже началась. Меня жизнь к такому не готовила. А снап, на ютубе все можно пройти без на лунатике, без бомб, без смертей. Ну, Тор, ты сейчас что пытаешься сказать? То, что я дно или что? То есть, к чему ты это пишешь? Я уже понял давно, что у тебя 4 было ровно. Еще на первом стриме я это понял. Это что еще, нахрен? Да лол, это что за фигня? Вот это удобная позиция. Ну снап, ну, во-первых, что такое за доджи, да? По-моему, додж, тогда, когда в Lost Odyssey переводил, это было уклонение. То есть ты имеешь в виду уклониться как-то можно, да? Уклониться от всего здесь, вероятно, можно. Ну, чисто теоретически. Нет, то не до 5, до 4.30 включительно. Ну, либо до 5 не включительно тогда. Не, ну просто как бы это странно говорить до 5, когда в 5 нельзя. Да, все-таки да, до 4.30 надо успеть. О, не, все, я не буду больше проходить. Она опять вылетела. Игра вылетела. Не, ну все, значит это печаль. Я не буду еще раз это проходить. О, жесть. Не, ну все, то на этом стрим заканчивается, чем будет другой, пойду постримлю, но не хочу я еще раз проходить. Может потом когда-нибудь будет третий запуск еще. Да ну, блин. Только дошел до этого. Блин, надо же. Что за невезение? Почему она вообще вылетает? Там оставалось-то практически, блин. Ну ладно, в общем, тогда на этом заканчивается. Если у кого-то есть вопросы, замечания, предложения, жалобы, хотя жалоба есть у меня, почему игра вылетела уже второй раз, то можно писать в чат. Ну все, на этом всем пока, увидимся.